Всем привет, мои друзья! Сегодня я приехал в лес пособирать грибы, рыжики. Мы сейчас пойдем вот в эти сосенки небольшие. В них будем собирать рыжики. Оставайтесь со мною, погуляем. Будем собирать грибы. Какая красота. Ну, подбывались вы нашими горами. Идем. Идем за грибами. Хожу, друзья мои. И вот первые мои рыжики. Посмотрите. Небольшие они еще. Ну, в общем-то, ничего. Самое для маринада. Вот какой красавчик. Сейчас мы их посмотрим. Они идеальные. Я боялся, что после таких дождей неплохие пойдут. Ну нет, самые-самые чистенькие. Это что, находочка? Это уже большенький. Сейчас посмотрим его. Чик. И, о, отличный. Смотрите-ка. Это хорошо, радует. Собирать будем, значит. Вот смотрите, какие сыроежки встречаются. И довольно-таки много. В общем, чистенькие такие. Ну, как-то их не собираем. Других грибов хватает. Ну, пробовали. Один раз набрали. Ну еще с картошечкой пожарили. Такая вкуснятина. Они такие нежненькие. А тут много их. Красавчик стоит. Сыроежка. Хожу, значит. Ну, пока только три нашел. Рыжика. Вот такие маслята встречаются. Но они уже переросли. Пусть стоят. Растут. Вот какого красавчика нашел. Ну, тут маловато. Хожу я вот. Ну, не так все не больно попадаются. Ну, интересно, время-то есть. Сейчас мы его посмотрим. Вот. Идеальный. Вот это то, что нам надо. Вот радует, что они такие. Бывает год, как в том году. К осени их было море. Но из 10 только один возьмешь. Спина вставала сгибаться за ним. А сейчас вот, пожалуйста, хоть немного, но хорошие. Идем. Вот, друзья мои, еще один странный рыжик. Форма какая-то. Тоже оставлю. Интересно. Ну, а что они встречаются? Те года встречались такой формы. Пусть растет. Сейчас его найдут. Люди ходят, тоже собирают. Расти. Как у тебя повезет. Ну вот, друзья мои. Находочка. И много. Вот смотрите, сколько есть.
Вот второй. Вот третий. Замаскировался. Вот. Видно, вот. Вот четвертый. Вот. Пятый и шестой. Посмотримся, может, что найдем. Ну, давайте их посмотрим. Посмотрим. В общем-то, получилось наполовину. Три идеальных и три таких вот. Видите, они уже все. Ну, берем. Красавчики. Ну, друзья мои, осмотрелся. Посмотрите, какая стайка. Некоторые маленькие, мы маленькие брать не будем. Вот средненькие. Возьмем. Красавчики. Это вот хорошо. Обычно они вот с такими растут. То есть у меня по одному попадались. Это вот так вот. Наберем. Берем. Ну, конечно. Они все как на подбор. Идеальные. Так и просится в баночку. Я тут оставил. Совсем маленькие. Что средненький, наверное, возьму. А это вот. Так. Сижу, друзья мои. Снимаю на коленях эти грибочки. А тут вот раз под коленками-то прям нагнулся. И вот они тут. Ну и кулишка. Шикарная. Ну тоже часть возьмем, часть оставим. Хорошо, радует. Отличная поляночка. Прям вообще. Вот еще одна находочка. Ну, какой-то весь изъеденный. Нестандартный. Пусть растет. Ты будешь расти. Сейчас мне расскажешь, где хорошие рыжики растут. Договорились, да? Договорились. Ну ладно, расти. Хорошо, когда грибы держат свое слово. Оставил я тот грибочек. И вот немножко прошел. И вот такая вот находочка. Хорошо, когда люди держат свое слово. Сказал, сделал. Если не сделал, то лучше не говорить. Ну, посмотрим. Ну, грибочек не очень. Оставим мы его. Ну, факт тот, что слово рыжик сдержал. Уже не говорил, хороший будет или нехороший. Сказал гриб, значит гриб. Вот и гриб. И вот такая находочка. Прям рядом с тем. Два шага шагнул. Четыре штуки. Четыре гриба. И, в общем-то, они довольно приличные. И на вид они должны быть хорошие. Сейчас мы их посмотрим. Отличные грибочки. Ну, идеальные три штуки. Идеальные. Вот этот большенький. Ну, под вопросом. Разрежу еще, посмотрю. Ну, видно, что корешок уже пошел. Порадовали вы меня. Молодцы. Эх, какой красавчик. Вот он. Такая находочка. Сейчас его посмотрим. О, идеальный. Порадовал, порадовал. Ну хорошо. Такой лес у нас. Такие елочки. Кстати, по этим елочкам надо
одеваться, чтобы руки закрыты были. Плотненькая одежда должна быть. Иначе весь исколешься. Сосеночки, они у нас такие вот кусаются. Ну, берем. Вот еще один красавчик под елочкой. Вот такой вот. Ну, сейчас мы уберем. Посмотрим, что то есть у нас. Ну, как и следовало ожидать. Идеальный. Собака рядом ходит. Чья-то надо осмотреться. Ну, идем дальше. Вот еще один красавчик. Ну, дальше показывать не буду, какой он. Факт, что хороший. Вот покажу цветочки вам. Посмотрите, какие. Мы их часики называем. В детстве я так называл. Ну, все дети так называли. Часики, часики. Ну, вот давай. Вот, вот такие вот они. Ну, идем дальше. Еще находочка. Сейчас мы его взглянем. Ну, не знаю какой. Ну, посмотрим. Нет. Такие мы не берем. Ну, спасибо, друзья мои. Иду я к мотоциклу. Пособирал немножко. В общем-то, рыжики пошли. Они пошли. Ну, пока не, не сказать, что много. Но, тем не менее, можно собирать. Ну, я подожду еще немножко, дня 3-4, потом приеду. Ну, всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока, всем удачи, берегите себя и своих близких.